Ну ладно, все, мы погибли. Ладно, всем большое спасибо. С вами Андрей. У нас Shattered Pixel Dungeon. Снайпер, 22 уровень. Такие вот у нас статы. Такое вот снаряжение в данный момент. Так, ситуация у нас следующая. По общей, если общей картине смотреть. У нас получается, мы встали перед боссом, но к боссу мы, откровенно говоря, не готовы, потому что нам, скорее всего, будет очень больно, если мы сейчас с боссом будем драться. Поэтому ситуация у нас следующая. Наша задача, во-первых, восполнить свой ХП. То есть смотрим, что у нас. У нас отложенный урон еще на 6 ходов. Соответственно, нам нужно сбить 6 ходов. Отложенный урон ушел. Отлично. Так, теперь у нас еще есть, в принципе, еда, но она нам будет не актуальна. У нас также есть алхимик. Как вариант, можно использовать его. У нас есть зелье опыта. Две штуки. Что тоже неплохо для нас. У нас есть 1400 монет. У нас есть огонь, у нас есть яд, у нас есть дублирующий огонь, у нас есть грозовые тучи, не знаю, насколько они нам актуальны. У нас открыт весь алхимик, что хорошо. То в прошлый раз, когда я все делал, у нас он был закрыт, поэтому сомнительное удовольствие, если честно. Выжить, я думаю, мы попробуем сейчас, если, как говорится, в любом случае стоит пробовать. Так, наша задача просто сейчас сбить ХП, восстановить здоровье по максимуму. У нас палочка плюс 7. У нас росы, получается, в данный момент нету, поэтому нам роса не актуальна. Вообще-то, что цепь снята, нам она тоже особо не поможет. Тогда ставим палочки. В нашем случае дезинтеграция. Также палочка трансфузии. У нас есть очень много дротиков разных типов. Парализующий, замораживающий, поджигающий, обычный дротик, который нам не выдали. Так, мы, получается, сбиваем себе, насчет зелья избавления, сбиваем себе сытость. Сбили сытость, восстанавливаем себе здоровье на максимум, насколько сможем, за счет сытости. За счет сытости и за счет кровавой чаши на плюс 5. Восстанавливаем себе немного здоровья. Восстановили здоровье себе. Зелье сработало как надо. Так, у нас есть еще два зелья. Поможет ли оно нам? Вот это вот вопрос. Что нам еще плюс 2 сюда можно было бы поставить? Ну, в принципе, вот эту вот, но опять же, она для нас сомнительная в качестве. Посмотрим. Так, у нас получается плюс 16, ботинки у нас не качаются. Соответственно, ботинки нам в этом вопросе не помогут никак. Палочки на ботинке у нас нету, поэтому они нам не помогут. Ботинки у нас 20, у нас 16. Соответственно, нам ботинки не помогут. Стоит поменять на цепь, которая нам больше поможет. В данный момент, по крайней мере, точно. У нас есть лук на плюс 4. Есть расколотый горшок с медом. Но у нас расколотый горшок с медом используется только в одном ингредиенте. Это эликсир медового исцеления.
Но опять же, у нас нету зелья хила, поэтому оно нам никак не поможет. У нас очень много дротиков, имеет смысл дротики превратить в парализующие дротики, чтобы мобы не сильно на нас агрились. У нас зачарование вязкости, то есть у нас мы урон не полностью получим, что неплохо. У нас защита очень слабая, достаточно на одну единичку грейд. Свитков на грейд у нас нету. У нас получается есть антигравитация. Есть левитация, инвиз на крайний случай. Я думаю, мы скорее всего через эликсир зловония сыграем. И через палочку. Поэтому стоит переставить палочку в атаку. Поставить цепь на escape, как говорится, чтобы нам в основном скорее всего стоит через палочку играть. Щитов нам не дали, что очень плохо, хотя я пытался вытащить именно щит, но нам его не дали, что очень обидно, если честно. Ну не суть. Так, получается, по еде мы ускоряемся, перезарядка. То есть нам, в принципе, в идеале, нам самый лучший артефакт для нас был бы это рок. У нас, учитывая то, что кольцо энергии есть, для нас она прям на ура зашел бы. Получается, бурдюк для нас бесполезен. 10 росы, в принципе, как вариант, можно будет, мы еще сможем один раз полечиться. Мы, получается, еще можем сейчас сделать этот алхимик. А, блин, он заряжается. Алхимик заряжается, то есть он нам придется только в бою его использовать. Но он, в принципе, достаточно быстро заряжается. Зарядим алхимик, он уже 28%. Я хочу сделать еще себе одно зелье. Путем из трех семечек одно зелье, сделать себе еще одно зелье на этот из семи магорозы, сделать себе снятие негативных эффектов. Это будет зелье, получается, очищение, и впоследствии его закрыть зелье избавления. Вот, посмотрим, что у нас еще есть. У нас есть скорость на случай, если нам прям откровенно будут зажимать. У нас есть слепняк, ну, в принципе, слепняк не особо сильный. Есть левитация, которую мы сможем, точнее, телепортация, которую мы сможем воспользоваться. Вот, исцеление нам не поможет, потому что нам будет очень больно. У нас есть агрессия на плюс 2, есть сон. Страх, взрыв. Ясновидение нам не поможет. Баланс, если только на... Получается, у нас баланс есть. Баланса на щите у нас нету. Так, понятненько. Баланса на щите у нас нету. У нас есть интуиция. Посмотрим по интуиции, что у нас. Тут известно, тут все известно. В принципе, я думаю, нам интуиция не нужна, потому что у нас все зелья, все эти, у нас опознаны. То есть камень нам, в принципе, можно куда-нибудь передевать. У нас есть, можно, в принципе, сделать свиток антимагии, как вариант. Но я, честно говоря, думаю, что он сомнительный. Значит, наша задача... В принципе, снятие чарного, я думаю, не актуально будет, потому что мы вряд ли проголодаемся за бой. Поэтому я зря, наверное, это сделал. Гонус на мох хотелось бы, но... В принципе, у нас есть еще, грубо говоря, два шанса восстановить себе ХП полностью на фул. Поэтому, в принципе, пока все неплохо. Броню мы улучшить не сможем, потому что там слишком много мобов роняет. У нас есть также
Конвертация нам не актуальна. Заклинание содержит осколки энергии, активная ловушка поглощена и позволит вам активировать эффект ловушки в любом месте на ваших выборах. Перенос ловушки, интересно. Что-то новое. Проклятие можно использовать, но оно нам очень сильно ослабит. Хотя, в принципе, нам терять особо нечего. Нам можно проклясть щит. Он как раз там пару пунктов должен будет поднять. Единственная проблема в том, что если это будет какое-нибудь очень плохое проклятие, то мы просто удивимся, скажем так. Вот, у нас есть много холода. Достаточно много огонь. Мы, скорее всего, сейчас будем играть через яд, потому что встречаться с мобами вплотную к нам не камильфо. Для этого нам нужно сделать будет либо покидать в них газ. Просто бегать. Посмотрим, что из этого получится. Персонаж слегка проголодался. Так, перезарядилась у нас наша любимая баночка. Соединяем зелье. Так, это оставляем. Так, слепняк, в принципе, можно попытаться, но мобы будут по нам стрелять, поэтому слепняк нам особо не поможет в этом вопросе. Как вариант, можно использовать, получается, либо зелье избавления, либо попробуем сейчас через яд сыграть, посмотрим, что из этого получится. Переодеваемся и в бою, как говорится. Добро пожаловать, босс. Наносим ему максимальный дамаг, который мы можем нанести на него. Потому что ХП у нас одно, и терять его, честно говоря, особо сильно не хочется. У нас 50% ХП, мы, скорее всего, не сможем его восстановить. Поэтому, если с нас ХП минимизирует, мы, скорее всего, проиграем. Для нас, в принципе, я думаю, все кончено, потому что мы отсюда не выйдем живыми. У нас нет зелья восстановления. И мы погибли. Единственное, что нам может помочь, потому что урон, который по нам прилетит, он будет очень большой. Мы, скорее всего, погибнем. Единственное, что нам может помочь, так это зелье избавления, но я его не взял. Поэтому оно нам не сильно поможет. Прожимаем максимальный уровень. Нам это немножко увеличит ХП. Не сильно, но все же для нас будет. У нас осталось 11 здоровья. Персонаж, скорее всего, погибнет, потому что мы тут ничего уже не сделать особо толком не сможем. Это первая стадия босса, а мы только-только вот. Поэтому тут оказался маг, мы его не ожидали, если честно, потому что это, видимо, ноу-хау какое-то.
разработчика, потому что мага здесь раньше не было. Текущего. Арену мы поставить не сможем. Убежать мы также, в принципе, не сможем. Мы погибли, потому что у нас отложенный урон. Нам нужно ставить... В принципе, уже тут, наверное, нихуя не поможет. Щита у нас нету, потому что способности мага, как я хотел забрать, он не сработали. Перезарядка нам также не поможет. Ну ладно, все, мы погибли. Ладно, всем большое спасибо за просмотр. Честно сказать, у персонажа не так было много шансов. Ну, возможно, я слишком неопытен в этом вопросе, поэтому персонаж погиб. Всем спасибо, кто смотрел и кто не смотрел. Всем пока.